Вы уже добрались до склада Фафнера? За работу! А тебя чем порадовать? Ведь было что-то еще. Это все.
Трубоход Синдри еще там. Это если не хочешь лезть. Будь готов! Отец, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело. Дорога завалена. Перелезем.
Мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезли. Исчезли? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Это что, олень? Не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. Приготовься! Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Вдруг есть второй световой кристалл? За мной, Атрей! Прости, я отвлекся. Тут было что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. Я почти разобрался.
Это ответ? Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его. Просто! Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей? Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Может, пойдем дальше?
Уже можно идти. У меня получается. Что? Что он там?
Эй, еще один кристалл. Только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Лёс!
оказался, да? Приемлемо. Смотри. Ладно. Стой, сейчас прочту. Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Читай. Слушаюсь. О, это Дуратрор, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Thank you.
Пойди сюда. Слушаюсь. Этот язык я уже видел. На вершину, конечно. Ищем путь наверх. Высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать.
Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Фитиля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажёг тут факелы? Но тут свет не нужен. Смотри в оба. Хватит! Ну я же просто... Ладно. Что это такое? Где? Где мы? Мы в шахте. И если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Похоже, тут что-то перевозили. Как же заставить крюк работать? Сюда. Сын. У того факела механизм с шестернями и веревкой. Зачем это нужно? Крепко запер.
эта штука не поедет. Механизм похожий на гномий, но камень явно пролиет у них. Наверное, великаны не просто добывали тут руду. Они жили здесь. Прочесть можешь? Ладно. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай и мы допишем. Нет. Наверху что-то есть. Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... О, нет. Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Все это. Что с этим драуком? Yeah.
Надо достать веревку из-под завала, который ты там устроил. Может, через тот новый проход можно подняться? Увидим. Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Ловушки. Тут туннель, но тебе не пролезть. Лезь. Ладно. Можешь сдвинуть? Она тяжелая. Да, смогу. Что с ним? Он мертв. А, ну да. Что мы тут делаем?
Куда пойдем? Я вижу. Вот. Вперед! Вот так! Может, через те большие врата? У меня получается. Thank you.
Куда пойдем? Только не вздумай брать ненужный хлам. Ладно. Есть на что посмотреть.